young boy, I was listening to Moscow radio news in my mother tongue, in India. И так получилось, что маленьким мальчиком я слушаю радио новости Москвы, выпуски по радио новости Москвы в моем родном городе, в Индии. So, Moscow was already in my mind 40 years ago. То есть 40 лет тому назад Москва уже как-то помещалась у меня в уме. So now I also want to thank Harris, because he invited me to be a member of the reconstituted board of the International Transpersonal Association. Я также хочу поблагодарить Гарриса за то, что он пригласил меня снова вот во вновь созданный международный комитет ITA. So now I will narrate two little incidents, which I call critical incidents, which led me more into transpersonal field. Сейчас я перейду к двум инцидентам, двум эпизодам, которые я называю критически важными, потому что они привели меня в трансперсональную область. Надпись «трансцендентальная» и «трансперсональная». Необходимость различать одно от другого. I was doing my doctoral studies in clinical psychology. Я вел свои исследования для написания диссертации по клинической психологии. And I did a little piece of research work on altered states of consciousness. Небольшая часть исследований была про измененное состояние сознания. Then I interviewed many meditators following different spiritual traditions. Я опрашивал очень многих медитирующих. Я опрашивал очень многих людей, практикующих медитации. Then one of the subjects of my research. Затем один из объектов моего исследования. He asked me a question. Он задал мне вопрос. Why do you define altered states of consciousness with reference to waking state? Почему вы определяете измененное состояние сознания, соотнося его с состоянием пробужденного или просветленного сознания? I answered that I have read Charles Sturt and Stan Krippner and others, and they are defining it. So I'm, as a student of Masters in Psychology, this is what I know. Я ответил ему, что я читал работы Чарльза Дарта, я читал работы Стэнли Крипнера, и вот они это там вот так определяют, и вот как человек, как магистр психологии, который пишет докторскую, вот я делаю это так. Then he told me that Indian tradition. И затем этот человек сказал мне, что индийская традиция. Even waking state is an altered state. В этой традиции даже состояние пробужденное является состоянием измененным. He said, there is a pure conscious, there is a pure consciousness called Turiya, and with reference to that, even Jagrit, waking state, is an altered state. Он сказал, что есть состояние, которое называется Турия. То есть состояние Турия, которое называется состоянием чистого сознания. И по отношению к нему даже просветленное или пробужденное состояние считается измененным. Then it was something like a reversal of the figure ground for me in the Gestaltian sense that. То есть для меня это был как поворот, как полное изменение гештальта. So that was the first time I started thinking seriously about the Indian thought and tradition. И с этого момента я начал всерьез размышлять о индийской мысли, философской мысли об индийской традиции. And
The second incident was I was reading a book. You know, it is in Sanskrit. The English title is. Второй инцидент связан с тем, что я читал книгу, она была на санскрите, и здесь перевод на английский. No, that is Sanskrit. Called Advaita Bodha Deepika. English is not light of non-dual knowledge. Здесь вот как бы транслитерация с санскрита Advaita Bodha Deepika, то есть свет недвойственного знания. So in that book, it is in the dialogue format. So a disciple has gone to master and he is asking, I have to get the, you know, liberated this and that kind of thing. So in the course of conversation, so many things are discussed. И книга построена в форме диалога ученика с наставником, где ученик спрашивает о том, что я хочу достичь этих знаний, хочу достичь этого состояния, и учитель ему отвечает, и таким образом в этой форме обсуждаются очень много разных вещей. So in one of the exchanges, the master asked the student to choose between experiencing all the phenomena a person, in Sanskrit it is called jiva, can undergo, which include all varieties of altered states of consciousness that we can think of. И в одном из этих диалогов наставник предлагает ученику выбрать между тем, чтобы быть в состоянии джива, то есть личности, которая может воспринимать как личность все самые различные феномены, включая весь спектр измененных состояний сознания, о которых мы только можем помыслить. Or, или realizing the ultimate truth, which is nothing but transcendental self-realization, known as Atma Sakshatkar. Или же осознать высшую истину, то есть выбирать между вот феноменом этих разнообразных личностных переживаний, или же осознать высшую истину, что нет ничего, кроме нет личности, но есть трансцендирующая самореализация, которая называется Атма Сакшаткара. So this kind of hit me on the head, and my preoccupation with altered states of consciousness instantly dropped. Это было как такой вот гром среди ясного неба для меня. И с этого момента вот вся моя захваченность феноменом измененных состояний сознания вот просто отпала. So since then I have tried to understand more of all these things. I am not a formal student of philosophy, I am not a formal student of Indian tradition, but as a psychologist, I have tried to understand what the Indian tradition has to say about all these things. И вот с этого момента я стремлюсь изучать все эти вещи. Я не являюсь формально последователем какой-либо философии. Я не являюсь учеником в том смысле, который это предлагает индуистская традиция. Но как психолог мне интересно, что эта традиция предполагает вот по поводу всех этих вещей. So you can understand, you know, Indian tradition. These are all the sources. There are many sources which give us an idea about the transcendental and the transpersonal. Здесь есть список тех источников, которые помогут понять индийскую традицию, то есть понять как трансцендентное, так и трансперсональное в ней. Religious and spiritual literature of different tradition is only one source. И религиозная и духовная литература различных традиций – это лишь один из источников. But we have information and material related to different branches of knowledge like architecture, art and theater, astronomy, mathematics, medicine, law and polity, literature, philosophy. All of them speak about the transcendental, transpersonal in many voices. Есть также очень много материальных информационных источников, связанных с различными областями знания, такие как архитектура, изобразительное искусство, театр, астрономия, математика, медицина, право, и литература, поэзия, философия. И все это так или иначе говорит или соотносится с трансцендентным и трансперсональным. So we have other sources like great epics, Ramayana and Mahabharata,
legends and anecdotes surrounding great seers and sages of the past and of the present, laypersons, first accounts of paranormal and religious spiritual experiences, beliefs and practices, places considered holy, sacred and spiritual, festivals, beliefs and practices of daily life like dress code, food habits, folk beliefs and practices. Далее по этому списку есть великие эпосы, подобные Рамаяне и Махабхарате, которые, как многие убеждены, являются частью истории. Есть легенды и исторические анекдоты, которые связаны с великими ясновидящими и мистиками прошлого. Есть такие же легенды и анекдоты, окружающие великих святых, ясновидящих и божьих людей, которые живут в наши дни. Миряне, которые от первого лица сообщают о сверхъестественных или религиозных и духовных опытах. Верования и практики, связанные с сверхъестественным, религиозным и духовным опытом. Те места, которые полагаются, считаются священными и духовными, связанные с этим фестивалем и праздники. Верования и практики, связанные с одеждой, с привычками в еде и тому подобное, а также фольклорные верования и обряды. Okay. Now, I'll just try to quickly rush. Теперь я быстро постараюсь. We have two different sources, you know, Agama and Veda. These two are the main streams of thought traditions which have influenced the whole of the Indian thought. Мы можем сказать еще также, что у источников есть два корня всей индуистской традиции. Это то, что Веда, которая связана с арийской традицией, начинается примерно 2000-1500 лет до Рождества Христова, и Агама, это, которая коренится в ранних цивилизациях долины реки Инд, связанных с с теми, что было обнаружено в Хараппе и Мохенджо-Даро. Yeah, because I have to finish, I will quickly. So these are the two main streams. То есть два основных источника. So the differences are there between the two. Sectarian Agamas are sectarian and monotheistic texts dedicated to worship of Vishnu, Shiva and Shakti. Vedas are entirely about nature worship. They do not promote idol worship at all, and agamas are almost idol worship, and temple rituals follow the agama vidhis. Then most of the early self-realization concepts and yoga tests are also from agamas, and we have the other traditions. Итак, здесь есть разница между двумя этими источниками. Агама, которая в основном связана с монотеистическим поклонением одному божеству, Веда, поклонение стихиям, использование идолов или же ритуалов огня. То есть здесь в этом списке перечислены различные различия, прошу прощения за тавтологию, между двумя этими корнями индийской традиции. So we have these aspects covered in all the religious and spiritual traditions that prevails in India. Итак, вот перед нами все аспекты религиозно-духовных традиций, то есть, которые закрывают наличие во всех духовных и религиозных традициях Индии. These are all the different systems or of perspectives of philosophy. They are called darshanas. We have those which are called orthodox, which accept Veda as authority, those which do not accept Veda as authority. Здесь показаны соотнесение различия в философских школах даршан. В Индии то вот слева это астика, это те, которые принимают Веды как ортодоксальное учение. И другие настика, которые не принимают Веды как безусловное учение. Okay. So these two systems are fundamentally different in these aspects. И в этом смысле эти две системы, они фундаментально различаются. Yeah.
Okay. So Les is telling me we don't have time for all these things, but here is the point where we have to differentiate. So I wanted to give a background. So what I wanted to say, I will just give this slide and finish it. I don't have to go further. The whole idea of transcendental, according to the Vedic system, is that assert that nature transcends itself and points something beyond. They hold that Vedas or revelation is the sole means of acquiring knowledge. But non-Vedic systems say the realm of human experience, understood in its widest sense, exhausts reality. So because these two fundamental differences there, the idea of transcendental, what I'm speaking, is more related to all the traditions, all the schools which have come from Vedas, and what you call transpersonal emphasizes on the realm of the human experience. So if this is the difference, then you can choose whether you want to operate in the realm of human experience or you want to apprehend something which is ultimate reality. What is its implication? I will just run through that. Okay. И разница заключается в том, что ведическая система указывает на трансцендентность, на то, что вся природа указывает на то, что она ограничена. И... Yeah, since I am asked to finish, I will go to the last slide, or last one slide. Я покажу самый последний слайд. I have many things to... Yeah, and I want to tell you, I had a communication that I have to present in the great spiritual traditions of the world. So I have slides which are meant for that and this. So if some of you are interested, I will be presenting in 27. Now, okay. So the question is, sthita prajna means a man of equanimity of mind. And a person who is equanimity of mind will be a balanced person who will take suffering and happiness together with equanimity, and he is a person who is transcended. So I just took this Wimbledon Arthur Ashe incident, which clearly, I just asked the question, that is what we want to achieve. So he will read what it is and he will translate. We haven't got time for him to read it. Okay. Just summarize and translate. So he was asked, when he got the illness, he was asked, Итак, вот why God has given you this disease? Здесь упомянут человек, который находится в состоянии ститопражния, то есть в состоянии равностности ума и равностности знания. Человек, равно принимающий и страдания, и радость. И когда его спросили, Артур Аше, когда спросили, почему, как ты думаешь, Бог выбрал тебя страдать? So continue, please, because you said when he was asked why it was he told, when I was holding that trophy, when I won, I did not ask God why I was chosen out of all those 50 million. Now when I am given this illness, I will not ask God why I have chosen this. I want to remain equal. So this is sthita prajna, this is the transcendental, and all the others are transpersonal because there is somebody to suffer. In transcendental, there is nobody to suffer. Итак, разница в том, что в трансцендентном, в принципе, нет страданий, в отличие от трансперсонального. Когда этот человек стоял с кубком в руках, как он потом объяснил, я ведь не спросил Бога, почему ты выбрал меня из всех 50 миллионов людей выиграть. Поэтому сейчас, когда я в болезни страдания, я не буду спрашивать Бога, почему ты выбрал меня, чтобы я страдал. Вот такова вот эта равностность в подходе. Спасибо. Thank you, Kiran. Дискуссия будет в конце. The next presenter и следующий докладчик это Харрис Фридман, Фридман, who is
professor of psychology at University of Florida. Профессор психологии в университете штата Флорида. And president of ITA. Thank you. I suspected that the topic may change as it has, and therefore I have come with nothing specific to present, but will address the questions that Professor Lancaster proposed at the beginning. At last! Ну, наконец-то! Значит, Борис говорит о том, что он действительно похож на то, что тема изменилась, поэтому ему сейчас, собственно, по теме нечего сказать, и он сможет ответить на те вопросы, которые профессор Ланкастер поставил в самом начале. Ну, наконец-то! Восклицает Ланкастер. Why hasn't transpersonal psychology become central to psychology as a field? Итак, почему трансперсональная психология не стала, вот у нее не тот же центр внимания, что и у психологии вообще? Transpersonal psychology emerged as a rebellion against the status quo, and therefore it's always positioned itself outside of the mainstream. Трансперсональная психология возникла как вот в образе такого бунтаря, повстанца против устоявшегося порядка вещей. И вследствие этого всегда противостоит мейнстриму. In contrast to the more mainstream psychology of religion, transpersonal psychology has often emphasized experience, and that can be very threatening to a society that is very repressive of experiences, especially of the transpersonal sort. В отличие от более мейнстримовской общей психологии, такой психологии религий, трансперсональная психология всегда делала акцент на непосредственном личном опыте и таким образом оказалась очень опасной, что является очень угрожающим для общества репрессивного по отношению к непосредственному персональному опыту, в особенности трансперсонального. I also think transpersonal psychology has failed to develop sufficient grounding and empirical basis in science or in other methods, and has essentially progressed very little since it emerged in the 60s. Я также убежден, что трансперсональной психологии не удалось создать сколько-нибудь работающую параллель в доступных областях науки, которая бы ее поддерживала. И в этом отношении она очень недалеко ушла от вот, установления контакта с естественной наукой, которая была в самом начале ее существования. In what way has transpersonal become a discipline? В каком смысле трансперсонализм стал научной дисциплиной? In my opinion, the term transpersonal has become multidisciplinary as opposed to a singular discipline. В моем понимании трансперсонализм стал понятием многодисциплинарным, мультидисциплинарным, противоположность фиксации на какой-то одной дисциплине. In this regard, I think the transpersonal anthropology, the fields of comparative religion that have a transpersonal emphasis, some of those areas are much more rich at this point than transpersonal as applied to psychology. В этом смысле я считаю, что как научная дисциплина трансперсональная антропология, сравнительное религиоведение с применением трансперсональных методов, в этом смысле это гораздо в большей степени научной дисциплины, нежели трансперсональная психология. The question of the ontology of transpersonal experiences and phenomena, specifically, are they real or in what sense might they be, if not real? Вопрос о онтологичности трансперсонального опыта, то есть в какой степени сам опыт и феномены в нем переживаемые могут быть названы реальными или нереальными. As a transpersonal psychologist, I identify primarily with science.
как трансперсональный психолог, я отождествляю прежде всего с наукой. And in terms of science, I'm interested in that which we can perceive through our senses, that which is empirical. И если говорить о науке, меня интересует то, что воспринимаемо органами чувств, то есть то, что можно относиться к эмпирической науке. In that regard, I think there is much that we can learn, that we can obtain from psychological measurements or from other observations that are made. В этом смысле я считаю, что мы можем получить от опыта гораздо больше, нежели от психологических измерений или других способов наблюдения. I see a science based on such data as every bit as real as any other science. Я вижу тогда эту науку как безусловно основывающуюся на реальности, как и любую другую науку. When it comes to speculating about experiences that are beyond empirical observation, that I remain agnostic. Когда речь заходит о спекуляциях по поводу опыта, находящегося вне рамок эмпирического наблюдения, то здесь все остается как бы агностическим. So I suggest that a scientific approach can provide certain types of generalizations that are valuable, but it cannot explain exhaustively all of what is claimed to be important in the field of transpersonal studies. И таким образом, научный подход может оказаться для нас очень ценным, но он не является всеохватывающим. Он не может включить в себя все то, что заявляется как трансперсональное. The next question revolved around the limits and boundaries. Is transpersonal psychology or transpersonal studies trying to do something that is too large? Второй вопрос вращался вокруг границ и ограничений. То есть не пытается ли трансперсонализм и трансперсональная психология взяться за что-то, что является слишком большим? I think there is no limit on transpersonal studies, that which can be portrayed or described in art or literature or in many of the non-scientific fields. Я не думаю, что есть какая-то граница для трансперсональных исследований, которую можно было бы отобразить или изобразить методами искусства или какими-либо другими ненаучными методами. But within a science of transpersonal, such as transpersonal psychology, as I conceive of it, но в рамках науки трансперсональной психологии, вот как я ее воспринимаю, I think there are very important limits, and those limits, they allow for the development of findings that can be very useful for humankind's adaptation and survival. Вот в рамках этой науки существует очень важное ограничение, которое в свою очередь через эти ограничения мы можем делать очень важные исследования и открытия в области человеческой адаптации и выживания. Such as exploring the basis for feelings of interconnectedness that would lead to altruism and peace, as well as perhaps a love of the environment that would lead to sustainability. Например, исследование базы, первичной основы того, где коренится наша потребность в отношениях с другими, что может привести к установлению мира, или же наша любовь к окружающей среде, которая может привести к самоподдерживающему образу жизни. In that regard, I am hopeful that a scientific transpersonal psychology can offer much to the world. И в этом смысле я полон надежд, что научная трансперсональная психология может многое предложить миру. I am less optimistic that people with radically different worldviews and assumptions about that which is unseeable can ever come to any sort of agreement that would be cumulative and allow progress.
Я менее оптимистичен по отношению к тому, что люди иных точек зрения, иных картин мира по отношению к тому, что не является непосредственно наблюдаемым, вот, что этими людьми может быть создано нечто, накоплено некое полезное знание, которое позволит двинуться дальше. The next question is, are we sufficiently critical? Следующий вопрос от Леса был, достаточно ли мы критичны? I think often in the transpersonal area, we accept things without evidence, and we promulgate them as if they were true, even though other people might hold deeply contrasting beliefs that are quite the opposite of our own. Я полагаю, что в трансперсональном мы очень часто воспринимаем нечто как бесспорную давность, хотя при этом могут наличествовать люди с взглядами на тот же предмет, прямо противоположными нашим. Is there a methodological core? Есть ли некое методологическое ядро? Many people in transpersonal fields reject traditional scientific methods, such as quantitative measurement. Многие люди в трансперсональном в трансперсональной области отвергают методы научного измерения, например, такие как методы количественных параметров. But I am an advocate of a wide range of methods, qualitative, quantitative, mixed methods, and whatever creative methods might bring light to this subject. Но я являюсь сторонником любых объективно наблюдаемых методов, количественных, качественных, смешанных методов и любых творческих методов, которые наш ум сможет привнести в этот предмет. The next question relates to the relationship of the transpersonal area to wisdom traditions. Следующий вопрос был про соотношение трансперсонального, как оно соотносится с традицией мудрости. Transpersonal studies can take great richness from the various wisdom traditions. Трансперсональные исследования позволяют нам брать сокровища из самых различных областей человеческой мудрости, из самых различных традиций, из мудрости различных традиций. But if it embraces any singular wisdom tradition as real, it simply becomes just another religion. Но если она безоглядно принимает и включает в себя какую-либо из вот этих традиций мудрости, просто как таковую, и включая в себя, то она становится просто еще одной религией. My interest as a psychologist is in studying wisdom traditions in terms of hypotheses that they can present for a scientific study that we can use empirical approaches to understand. Мой интерес как трансперсонального психолога к изучению мудрости, традиции заключается в том, чтобы посмотреть, есть ли там какие-то гипотезы, которые мы можем испытать на эмпирических исследованиях и посмотреть, что они могут нам дать. The last question relates theory to practice, and what I believe is that we do not have many good theories yet. Следующий вопрос был про то, как соотносится в трансперсональном теории и практика. И я убежден, что нам пока не достает хороших теорий. So many people are promoting different practices without adequate theory or data supporting these practices. Очень многие люди продвигают самые различные практики без какой-либо каких-либо поддерживающих данных, теорий или даже свидетельств о том, как работает эта практика. That is why I think solid scientific research is so necessary in the transpersonal area. Вот почему я убежден, что солидные, фундированные научные исследования очень важны в трансперсональной области. Thank you. Спасибо. I think I knew that Harris would have answers to those questions. Знаете, мне кажется, я заранее знал, что у Гарриса найдутся ответы на все эти вопросы. Our last panelist is Jorge Ferrer, and he's Итак, последний выступающий Хорхе Ферре. Professor on the East-West program at California.
Israel psychology. Профессор программы психология Востока-Запада в Калифорнии. At California Institute of Integral Studies. В Калифорнийском институте интегральных исследований. So it's hard to go the last one because by tongue I would like to respond to each one of the previous presenters. Всегда трудно быть последним, потому что всегда хочется как-то ответить всем предыдущим выступающим. Тут я могу быть полезным, добавляет Лес. Both appreciatively, but also critically. И откликнуться и с признательностью, и с критикой. I would like to start actually with the first question that you raised and articulate it in a slightly different way than you presented it. Я хотел бы начать с ответа на первый вопрос, который вы поставили, но ответить немного по-другому, не так, как прозвучал ваш ответ. And then go to different conclusions that Friedman, Harris went. И затем в своем рассуждении прийти к иным заключениям по сравнению с тем, к которым пришел Гаррис. In the spirit of transpersonal dialogue, of course. Ну, разумеется, в духе трансперсонального диалога. So the question, as you raised it, as I remember it, was like, why things like mindfulness and meditation were becoming central in psychology, but transpersonal psychology had not become central in psychology. Итак, твой вопрос прозвучал, если помнится, следующим образом. Почему такие вещи, как наполненность и покой ума, духовность, медитация, которые оказались в центре внимания других психологий, не оказались в центре внимания трансперсональной психологии? And I think the answer is obvious, is because what has become central in psychology has been the scientific studies of meditation and mindfulness. И мне ответ представляется очевидным, потому что то, что происходило в психологии, происходило научное исследование состояние спокойного ума и медитации. Very valuable studies, but they delete or they address things such as meditation as a stress reduction technique, as something that leads to physiological health. И это были очень полезные исследования, но в результате исследований мы получаем редуцированные техники, превращающие медитацию в нечто, что облегчает состояние стресса, что улучшает физическое здоровье. Also studies of what's going on in the brain of meditators when they are meditating, for example, using modern neuroimage techniques. Кроме того, это исследование, которое позволяет нам заглянуть в мозг медитирующего и увидеть, что в нем происходит. Сейчас мы можем увидеть гораздо больше изменений на нейронном уровне. But this is not telling us anything about what's really juicy about meditation. Но все это не говорит нам о том, про что настоящий-то смак медитации. Transformation, awakening. Трансформация, просветление. And also it can be taken from a scientific perspective, those studies as proof that what's going on in the brain of meditators is something that simply happens in the brain. It can be reduced to the brain. И кроме того, эти исследования могут исследовать и вот это состояние медитации, но они, скорее всего, все редуцируют до уровня того, что все, что происходит в медитации, происходит только в мозгу медитирующего. I think scientific studies are very important. И я считаю, что научные исследования сами по себе очень важны. But personally, it would break my heart that transpersonal psychology would follow into would inherit the kind of inferiority complex of psychology. Лично мое сердце было бы разбито, если бы трансперсональная психология бы унаследовала от традиционной психологии вот этот комплекс научной неполноценности. Psychology historically it really strives to become a science like physics. Всю свою историю психология стремилась, тянулась к тому, чтобы стать приличной наукой, как физика, например. This is that when many of us first time we arrived to study psychology at the university. We found a great disappointment. Почему многие из нас, когда в первый раз оказывались в университете с желанием учиться психологии, для нас это было разочарование. In my personal case, I was trying to understand certain different states of consciousness, altered states had gone in my childhood, and also was trying to cure some of my neuroses. Лично я, например, прибыл туда за тем, чтобы исследовать некоторые случаи, которые были в моем детстве, и вылечить некоторые своих неврозов. At the university, studying psychology, I then found
response to any of those two, of course. І розуміється, коли я учився психології в університеті, я не знайшов ніяких відповідей на свої задачі. What I found in contrast was methodology of science, cognitive psychology, behaviorism and neuroscience. Абсолютним контрастом к моему запросу була методологія психології, то есть методологія научного исследования, когнитивная психология, behaviorism, и нейрология. And I actually did a PhD there on the studying meditation from a neuroscientific perspective, so I know the approach from the side. И вообще-то я ведь знаю, о чем говорю. Я написал диссертацию на тему исследования медитации с точки зрения нейрофизиологии. And evaluate. И я действительно ценю это. But what happens with psychology wants to be, become a science in an empirical sense is that tremendous amounts of approaches that are about the depths of the psychology of the persons become unimportant or fairy tales. Но что происходит, когда психология стремится стать вот такой вот точной механической наукой, это то, что она очень многие вещи, связанные с глубиной, собственно, человеческим пониманием, отметает как неважные или же как небылицы. The whole richness of the depth psychological tradition from Freud to modern psychoanalysis to Jung and even many aspects of Grof's, Stan Grof's theory are not empirical. Очень многие области, столь важные, которые создают глубину в том, что называется глубинной психологией, начиная от психоанализа Фрейда, через современный психоанализ, через аналитическую психологию Юнга и даже во многих отношениях систему Стэна Грофа, все это эмпирическому исследованию не поддается. They are hermeneutic, they are about interpretation. То есть они герменевтичны, они строятся на интерпретации. Any psychoanalyst or any psychotherapist knows that. Любой психоаналитик, да любой другой психотерапевт знает, что это так. So for me, like the danger of like a purely like of identifying transpersonal psychology as an empirical science is to kind of like go back to what happened to psychology as a field that became a field of the exteriors of behavior and the brain, and it forgot the inner. То есть для меня есть прямая опасность, угроза того, чтобы, если психология пойдет, а точнее скатится в эмпирически наблюдаемую эмпирическую науку, то тогда не останется только внешне наблюдаемые факторы, такие как поведенческие реакции и работа мозга. I understand that this is not what Harris is proposing. Я понимаю, что это не то, что предлагает Гаррис. I understand that you also embrace qualitative studies that also go about studying the meaningfulness of the experience of the person. Я понимаю, что твой подход включает в себя и качественные исследования, то есть то, что позволяет постичь глубину и осмысленность опыта. But why do you think that a psychology that embraces both empirical studies, quantitative and qualitative, and also theoretical and hermeneutic studies is not even a greater psychology? Но почему бы не представить себе, что есть такая возможность, чтобы трансперсональная психология как бы охватила бы и традиционный эмпирический подход, в котором есть и эмпирические, и качественные, то есть и количественные, и качественные исследования, и одновременно с этим включила бы в себя герменевтику, интерпретацию в рамках чего-то большего. A deeper and a richer psychology that reaches the whole multidimensionality of the person, not only the exteriors and the brain, and, but also the interpretative depths. Некую более богатую, более объемную, включающую в себя всю многомерность человеческого бытия, психологию, в которой есть место не только для наблюдения за работой мозга, но и для глубины герменевтики. I feel opposed to the idea that transpersonal psychology is a scientific field, and then the rest are transpersonal studies, the non-scientific things. То есть есть некое ощущение того, что вот будет есть такое научное трансперсональное поле, и остальные ненаучные, то есть как бы трансперсональные исследования, которые уже не наука. Why not to embrace both, that transpersonal psychology and transpersonal studies can be theoretical and empirical? Как если бы мы могли бы принять и то, и другое? Что если бы исследования могли бы быть и умозрительными, и эмпирическими? This also connects with the whole distinction of science and religion. Это также связано с большой дистинкцией, большой разницей между тем, что мы называем наукой и религией.
from an age of faith, contemporary philosophy we say from an age of faith to an age of reasons, we are now at an age of interpretation. У нас була епоха віри, затем була епоха філософів, затем ми жили век разума, а тепер ми живемо век інтерпретації. There is an hermeneutical and interpretive dimension in science and empirical science. І ця герменевтична, інтерпретуюча составляющая є в любой науке, включая науку емпірическую. That has been established for decades in philosophy of science. Вона существует уже десятилетиями в філософії науки. The distinction of an empirical science that is about objective data and a kind of an hermeneutical studies that is non-scientific, I don't think it can be held today consistently. Я не думаю, что вот это разделение на чисто эмпирическую науку, которая работает с объективно наблюдаемыми данными, и помещать вне науки интерпретацию, герменевтику, то есть раскрытие скрытого смысла, вот что такое, такое разделение продержится долго. Any kind of amount of data are meaningless if we don't interpret them. Любой объем информации бессмысленен для нас, пока мы не проинтерпретируем его. Эта информация вам просто ничего не скажет. Я не говорю, что нет никакой разницы между наукой и религией. And science also finds forms of evidence in nature that can more easily falsify its own hypothesis because nature has a more fixed structure. Действительно, наука может найти некие подтверждения и расширение нашего опыта, потому что в природе есть фиксированные, наблюдаемые, повторяющиеся вещи. And when you are in the realm of spiritual inquiry, that falsification is not possible very often, and that's why scientists people think that religious people are dogmatic or not scientific. Также природа и научное наблюдение могут обманывать нас. Просто там эти фальсификации происходят реже, и это позволяет ученым утверждать, что их конструкция достоверна по сравнению с конструкцией религии. But I believe that what we need to do is not just to go back to a scientist's view of validity, and but to search and propose different criteria for the validation of spiritual knowledge claims. Почему в науке вместо того, чтобы заниматься обесцениванием религии, начать поиск критериев, по которым духовные измерения могут быть валидированы? And one criteria that has been coming up in these presentations, and with this I will finish, is the criteria of transformation. И один из критериев, который, кстати, прозвучал в одной из презентаций, который может быть использован для вот, измерения этой валидности, это критерий трансформации. Transformation is a criteria for the validity of spiritual knowledge. То есть параметр трансформации как показатель того, насколько валидно это духовное знание. Moving away from objectivist visions of spiritual realities as something fixed and pre-given. Что среди прочего позволяет нам отдалиться от восприятия духовной традиции как чего-то фиксированного, неподвижного и данного нам извне. So this is like setting the basis for an emancipatory epistemology, for an epistemology that is grounded on liberation and transformation. То есть это некий фундамент, который позволяет нам начать формировать эпистемологию, ведущую нас в сторону освобождения и преображения. Good place. Хорошее место, чтобы поставить точку по этому. Thank you. I would invite anyone who has a question or a point they would like to raise to do so now. И вот сейчас я хочу пригласить тех из вас, у кого есть вопрос или комментарий, вот сейчас говорить. Не вынимайте. Please keep the points short. Только коротко. Насчет последнего выступления. In relation with the last presentation. As far as I understood, Jorge, you suggested to erase the boundary between science and interpretation. But I would like to remind that scientific methodology supposes that
there should be the opened experiment which confirm the evidence. А также наука любая имеет ценность настолько, насколько она имеет предсказательную способность. And each scientific discipline is valid to the extent it's able to predict events. Это значит, что если кто-то говорит, что Сатурн находится там, я могу видеть он, а я взять телескоп и посмотреть, что он там находится. So that means, for instance, if somebody says that planet Saturn is right now in that part, any person with a telescope is able to confirm it. Соответственно, та проблема, которая есть сегодня в трансперсональной психологии. And by that we can say that the problem which currently exists in the transpersonal psychology is related. That most of the peak phenomena are spontaneous, but by its nature. И для того, чтобы перейти к научному их исследованию. And for the sake of scientific, so if we want to shift for the scientific exploration of this phenomena. В первую очередь надо заняться созерцательной практикой. We need to start first and foremost with the contemplative practice. Самим исследователям. Researchers should start with this contemplative practice. Just the way the Buddhist masters did it. In order to, through the results they achieve, could be, equaled to the open experiment. So in other words, one then could say, do this and then you receive such and such outcome. И это то, что в интегральной теории называется созерцательным оком созерцания, да, созерцательным экспериментом. That's what in the integral theory is called the contemplative eye or contemplative experiment. И это абсолютно валидная эмпирическая. And this is absolutely valid and empirical system. Thank you. Yes. Yes, use this one. I have two comments and response, and there will be much more. You raised many important points. У меня есть как бы два комментария, хотя могло быть больше, потому что вы подняли в своем ответе, в своем вопросе ремарки очень много вопросов. One is just a clarification. I didn't say that to get rid of the distinction of science and interpretation. I see that there is an hermeneutical and interpretive dimension in science that is inevitable. И я просто хочу прояснить, что я не говорю о том, что нужно стереть границу между интерпретацией и эмпирической наукой. Если помните, я сказал о том, что есть интерпретирующая основа и в эмпирической науке тоже. Any data to be meaningful needs to be interpreted by people. Здесь вопрос в том, насколько осмысленна эта интерпретация для людей. A historian of science called Stephen Halting has a new book out with a very interesting title that I'm going to read because it's very apropos. Есть, вот готовится к выходу, или только что вышла, я не различил, книга по истории науки. Я сейчас прочту ее название, потому что она очень как бы кстати к нашему разговору. A funny title too. И забавное название, кстати. Did you get the joke? Если шутку удастся передать через перевод. It's called Never Pure. Never pure. Never pure. Colon. Never pure. Purity. Never pure. Ага, never pure. Окей. Никогда не чисто. Studies in science as if it was carried out by people with bodies, gender, situated in time and space, and struggling with credibility and authority. As if. То есть исследованием науки подразумевается, как если бы они велись людьми без возраста, пола и абсолютной достоверности. An historian of science will also tell you clearly that same phenomenon were differently interpreted after different conceptual revolutions in science. И история науки замечательно показывает нам, как одни и те же явления интерпретируются совершенно по-разному по мере того, как меняются концепции. History of science abounds with examples, and physics is strong, and astronomy, and many other things. И история науки полна подобными примерами, включая историю астрономии и физики. Same data interpreted differently after a conceptual revolution.
Та же самая информация, те же самые сведения интерпретируются совершенно по-другому после того, как происходит очередная концептуальная революция. Yeah, but I also have something to say with regard to your question. У меня есть тоже кое-что сказать вот, в связи с вашим вопросом. Alfred Julius Ayer said that the criterion of science is whether it helps us to predict, experience, and control our environment. Alfred Julius Ayer говорил о том, что специализированные науки позволяют нам предсказать ход событий в случае контролируемой среды. Scientists never predicted ecological crisis, and controlling our environment, we made a mess. Но наука никогда не смогла, так и ни разу не предсказала наш экологический кризис, и наши попытки превратить нашу среду в контролируемую создали из нее кашу. So, in terms of that criterion, science has been reduced to absurdity and the limit between science and ideology, magic, and everything else have been totally diffused. И таким образом, тот критерий, которым наука отделяет себя от таких ненаучных дисциплин, как идеология и магия и религия, оказывается размытыми. Still, if we don't take science as providing indubitable knowledge, then I agree with the distinction that Harris made. В той степени, в которой наука поставляет нам неоспоримые нами знания, я согласился бы с тем определением, которое дал Гаррис. I have a question for Jorge. I might just add one sentence to what's just been said, which is simply that not only is all evidence interpreted after the evidence is in, but also the data itself is already interpreted. Data is pre-interpreted. It just doesn't exist apart from us. И еще одна вещь, пандан к тому, что ты, Хорхе, сказал, вот последняя твоя фраза. Не только мы интерпретируем, получаем информацию. Информация, которую мы получили, уже является интерпретацией. То есть она преинтерпретирована. Информации вне нас не существует. Distinction between transpersonal and transcendental or transcendent, and in doing that, you might say something about the plurality of religious and metaphysical realities. Okay, еще теперь у меня вопрос к Хорхе. Это связано с тем пунктом, который тем моментом, который было выступление Карена, это о том, что провести четкую границу между трансперсональным и трансцендентным. Насколько это возможно, насколько это соотносится с твоей концепцией единичности или множественности опыта? That's a topic for tomorrow's talk, but I'll say something. Вообще-то это тема завтрашнего выступления, но я сейчас кое-что скажу. I believe there is a variety of transpersonal and transcendental experiences. Да, есть разнообразие трансперсональных и трансцендентных опытов. There's a plurality. There is not just one transcendental experience, and there are many transpersonal experiences that are samsaric or something like this. Есть множественность и там, и там. То есть не то, чтобы есть один единый трансцендентный опыт и множество трансперсональных, а значит и самсарических. And about the distinction you were trying to make, I believe, about the transpersonal being the realm of human experience and the transcendental being the beyond transhuman experience. My question is who can tell that? Who has experienced that? If someone has experienced that, why is not a human experience? Тогда вопрос будет такой. А кто пережил различие между этими опытами? То есть если мы считаем, что трансперсональный — это в большей степени опыт, присущий человеку, а трансцендентный — это опыт, выходящий за рамки человеческого,
то тогда возникает вопрос, еще раз. Если кто-то пережил этот опыт, который мы называем трансцендентный, и этот кто-то человек, то не оказался ли этот опыт в рамках человеческого? Well, the distinction I basically made is from the tradition, and it is not my personal distinction. It is my understanding of what the Indian traditions have been emphasizing. That's the first point. Итак, первая часть моего ответа будет про то, что то различие, то есть точнее то развлечение, та дистинкция, которую я пытался здесь представить, она не является лично моей, она принадлежит индийской традиции. И то, что я пытался донести, это мое понимание, как это делается в этой традиции. The meaning of transcendental I have taken in the sense of non-duality, where there is no experiencer and experience difference, and that is the state which is called Advaita. And Dvaita, duality, is the realm of experience. I will just illustrate one example from Raman Maharshi's answer to one of his seekers. Здесь критерием трансцендентности для меня является то, что обозначается словом адвайта, то есть недвойственность, когда нет различений между опытом и опытом. И чтобы проиллюстрировать, я хочу привести, то есть в двойственности существует различие между опытом, наблюдающим, различными опытами. И я хочу привести в качестве иллюстрации ответ Рамана Махарши одному из тех, кто пришел к нему, ища ответа. One of the seeker, his name is Papaji. He asked a question: Have you seen God? Can you show me God? И вот один из его учеников спросил, последователь спросил, что по имени Бабаджи спросил: видел ли ты Бога? Можешь ли ты показать мне Бога? So then Ramana Maharshi replied, yes. I have seen, I can show you, but what is the use of that? И Рамана Махарши ответил ему, да, я видел, я могу тебе показать, но какая в этом польза? But I will enable you to be God. Но я сделаю так, чтобы ты стал Богом. So that highest state of non-duality is considered in the tradition as beyond what we speak as experiential. And that is the basic point where the word transcendental, to my understanding, applies better, because in Indian tradition, we make the distinction between jiva and atma. Jiva is the person who undergoes all experience, but atman is beyond what we call experience. Because this distinction is emphasized by all the spiritual masters, even today, right from the Vedic and Upanishadic period. And therefore, of course, the Buddhist tradition does not accept the notion of Atman. But still, Buddha remained in a state which is not something what we call the personal realm. So we respect Buddha as much as we respect any Hindu sage. So therefore, my distinction is that, and the plurality of experiences is admitted by many traditions, and there is no doubt about it. Okay. I was asked to make it in one sentence. В этом смысле термин трансцендентный является лучшим по сравнению с термином недвойственный, поскольку он передает смысл того, что заложено ведической традицией и прикликается даже с буддийской традицией в конце упомянутой. А именно, есть индивидуальная душа джива, постигающая опыты, и есть вот такое состояние всей души атмана.
который преодолел любой опыт, который можно назвать человеческим. И трансцендентное – это то, что превышает двойственность. Some of the questions that you started with, Professor Lancaster, from more of a, my position, a more limited way of addressing it from my position as primarily an academic psychologist. Я просто хотел сказать, в первую очередь, как академический психолог, и, естественно, в этом смысле я говорю, скажем, с ограниченной точки зрения, пытаясь ответить на ваши вопросы, профессор Ланкастер. And I think what's important to remember, first of all, is that while in the last 15 years or so, consciousness studies has entered mainstream psychology. Я полагаю, здесь важно помнить, что хотя, вот, наверное, последние лет 15 как исследования феномена сознания вошли в мейнстримовскую психологию. It's still regarded as peripheral, especially in regard to the use of first person and phenomenology. Они по-прежнему рассматриваются как такие периферийные, да, не самые важные, побочные к основным. Основные по-прежнему строятся от наблюдения от первого лица единственного числа плюс феноменология. So that's still the first problem from a transpersonal tradition that I think is empirical, but is inevitably phenomenological. И здесь это та проблема, которая существует в трансперсональной традиции, что да, это традиция эмпирическая, но она не бесспорно феноменологическая. And of course the approach of consciousness studies in psychology to meditation and spirituality research is primarily quantitative. И, разумеется, в мейнстрим такой общепринятой психологии подход к изучению феноменов сознания, возникающих в медитации, в духовной практике, это подход, прежде всего, количественных параметров. So, on the side of transpersonal psychology, I totally agree with statements of Harris and others that what's needed is more attention to what is admittedly a limited positivistic research literature, which does speak to transpersonal concerns. И поэтому, как бы говоря с позиции защитника трансперсональной психологии, я соглашусь с предложением Гарриса о том, что нам нужно обращать больше внимания и развивать ту часть, ограниченную, безусловно, часть позитивистской эмпирической науки, которая дает подтверждающий результат в исследованиях феноменологии трансперсонального. But we have every right to push that research in terms of empirical phenomenology that's the primary concern of the transpersonal tradition. Но мы имеем полное право подталкивать это исследование именно вот в ту область, к той эмпирически наблюдаемой феноменологии, которая в первую очередь всегда интересовала трансперсональную психологию. And finally, on the academic side, и, наконец, как бы с академической стороны, there is a growing teaching in many academic departments of qualitative methodologies. Есть как бы растущий методический корпус вот именно в академической психологии, строящийся именно на качественном подходе. But I think that unfortunately, но я полагаю, что к несчастью, it's still a very much a minority tradition. Это пока еще как бы традиция меньшинства. And those who think more phenomenologically are going to have to wait until it is more developed in academic psychology. И те, кто привык и предпочитает думать, мыслить скорее феноменологически, ну, им придется подождать, пока вот эти академические методы еще подразовьются. And unfortunately, at present, qualitative method courses are taught much more thoroughly
and frequently in departments of sociology and anthropology. И, к несчастью для психологии, методы качественного наблюдения и измерения куда более тщательно и чаще преподаются, такие курсы читаются на факультетах социологии и антропологии. So it's also legitimate to ask the academics to catch up. То есть это, опять-таки, вопрос, законный вопрос с точки зрения того, насколько вот, академики сумеют угнаться. Thank you for that. Спасибо за эту ремарку. I know there are people who want to make contributions. Я знаю, что есть люди, которые также хотят быть вкладом в этот разговор. I think I have to apologize. И я полагаю, что здесь мне придется извиниться. We were delayed with some technical issues. У нас произошла задержка, связанная с техническими вопросами. But I also think I failed to keep our speakers brief enough. Но также еще благодаря тому, что мне не удалось сделать так, чтобы докладчики были достаточно краткими. And also I want to call on Stan Krippner. Я также хотел бы обратиться к Стэнли Крипнеру, who I think will make some concluding remarks. Который, я полагаю, сейчас сделает некие заключающие ремарки. I don't know how tight the timetable is. Я не знаю, насколько жестким является наше расписание. If we can stay for some more time, we could have more questions. Может быть, если у нас будет больше времени, тогда у нас будет время для большего количества вопросов. I suggest that. Но что я предлагаю? Stan will speak now. Что сейчас скажет что-то Стэн? And if there are some who will want to stay longer after that. И если после этого кто-то захочет остаться, и у нас будет возможность остаться сверх этого времени. Then we can continue talking even though it's over our time. Тогда мы продолжим наш разговор, хотя и время уйдет. Okay, first question. How many minutes do I have before the session is over? Мой первый вопрос, сколько у меня есть минут, прежде чем наша сессия закончится? Minus 1 minute. Минус один. Okay. So, I'm happy that you take 10 minutes. Well, other people have appointments. No, I try to hold to the schedule. Но поскольку у людей могут быть еще интересы, помимо этой сессии... What I'm going to have to do is to eliminate my comments about each of the talks. I had very pithy comments on the talks. Just imagine that's going on in some alternative universe. Okay? Итак, первое, что хочу сделать, это представить себе, сделать такое как бы замечание, которое стирает все предыдущие выступления. Как будто все происходило в какой-то альтернативной вселенной. So I want to direct myself to the title of this symposium. What is the future of the transpersonal approach? Я хочу сейчас полностью посвятить себя ответу на вопрос, который стоял в теме нашей секции. Каково же будущее трансперсонального подхода? Now, last night, in his very astute presidential address, Harris Friedman pointed out that the transpersonal approach is divided into the scientific and the non-scientific. Transpersonal psychology, transpersonal anthropology, transpersonal religious studies, and then transpersonal art, transpersonal literature. You heard those themes today, and all that I can say is the non-scientific is doing very well. You have marvelous transpersonal art. You are going to see an example of that tonight. We have marvelous transpersonal television, literature, magical realism in Latin America. Even transpersonal comics. Even transpersonal interpreters. Итак, в своей очень четко построенной президентской речи президент Гаррис сказал, что есть разделение. Вот здесь у нас есть научная трансперсональная антропология, трансперсональные научные исследования, и здесь есть ненаучный трансперсональный подход, искусство, музыка, литература. И я хотел бы сказать, что достаточно сходить просто на сегодняшнюю выставку, чтобы увидеть, как замечательно все получается у ненаучной части. У нас есть трансперсональные книги, у нас есть трансперсональные картины, магический реализм Южной Африки, у нас Южной Америки, прошу прощения. Да у нас есть даже трансперсональное телевидение и комиксы.
Now, we need this because there is a void in the world today. Мы испытываем нужду во всем этом, потому что есть некая пустота в этом мире. The United Nations has a quality of life scale that comes out every year. Most of you know about this. Большинство из вас знаете о том, что есть такое измерение качества жизни по всему миру, которое проходит в рамках Организации Объединенных Наций. This year, the 10 top nations in quality of life had one thing in common. Most of the people in those countries did not go to church. Есть одна вещь, есть один общий параметр, который объединяет десятку ведущих стран по уровню, по качеству жизни, а именно 9/10 населения этих стран не ходят в церковь. In other words, they were spiritual, but not religious. Иными словами, это люди духовные, но не религиозные. The more religious a country is, the more crime there is, the more poverty there is, the worse they are on female education. Чем больше людей ходит в храмы и церкви в какой-то стране, тем больше в этой стране преступности, тем больше там нищеты, тем меньше там равноправия в женском образовании. So here we get back to another of Harris Friedman's dichotomies, spirituality and religiosity. И здесь перед нами еще одна четкая дихотомия, которую представил нам Гаррис Фридман. Религиозность и духовность. Religiosity isn't doing too well in today's world. В современном мире у религиозности не очень-то хорошо получается. The wars in Afghanistan, Iraq, Palestine, Israel – basically religious wars. Войны в Афганистане, в Ираке, в Иране, в Палестине, в Израиле – это в базе своей религиозные войны. The quality of life nations need to realize that their spirituality is really an aspect of what we call transpersonal. Десятка ведущих по качеству жизни необходимо осознать, что этот уровень духовности, который у них есть, он поистине является тем, что мы называем трансперсональным. Now, how do we give transpersonal a higher profile? То есть, как мы можем сделать такой трансперсональный профиль? The American Psychological Association Press has now published several articles about religious counseling and spiritual counseling and several books on the topic. Американская ассоциация трансперсональной психологии, ее пресс-служба издала несколько книг, посвященных психологическому консультированию в рамках духовного подхода, религиозного подхода. They stay away from books with the word transpersonal in the American Psychological Association. Да, то есть все это имело любые слова, кроме слова трансперсональное название. There is a British Transpersonal Psychology Division of the British Psychological Association. Есть британское трансперсональное, то есть отделение по трансперсональной психологии британской психологической ассоциации. But we don't have a transpersonal division of the American Psychological Association. Но у нас нет трансперсонального подразделения в Ассоциации психологов Соединенных Штатов. Now I'd like to give you just a brief glance at the definition that I proposed some 30 years ago when the American Psychological Association was considering the transpersonal division's request. Я хотел бы вам сейчас предложить коротко взглянуть на определение того, что я тогда выдвинул как определение трансперсональной психологии. Это было 35 лет тому назад, когда Американская ассоциация психологов рассматривала возможность создания трансперсональной секции. And I think it has a great deal in common with Glenn's definition. Полагаю, что то, что предлагал я, во многом перекликается с тем определением, которое было у Гленна. It stays away from the word transcending ego or transcending self. That's too ethereal. В моем определении я держался подальше от таких вещей, как трансцендирование эго, трансцендирование самости. Это все слишком эфемерно. It talks instead about expanding
one's identity, what one identifies with. Моё определение говорит скорее о расширении границ того, с чем человек отождествляется. Well, the people who were making the proposition APA turned down my definition. Ну, те люди, которые выходили с этим предложением, они отвергли мое определение. They said it was too scientific, too operational. Они сказали, ну, уж очень прикладной, это очень прагматический смысл, слишком по-научному звучит. So they lost out. Ну и в результате... Three times. Они три раза выходили с этим предложением, три раза их заворачивали. Now, here's what I'm afraid might happen to the transpersonal movement in psychology. Вот что, как я опасаюсь, может произойти с трансперсональным движением психологии. As you know, there is now a movement of called positive psychology in the United States. Как вам известно, сейчас существует такое движение, как позитивная психология в Соединенных Штатах. They have received millions of dollars in grants. Это люди получают миллионы долларов в качестве грантов. They are in outstanding universities. Они в большом фаворе у университетов. And they don't even talk about humanistic psychology. И они даже слова не говорят о гуманистической психологии. Even though there's much in common. А несмотря на то, что у них очень много общего. Now let me just give you an example of what I think might happen with transpersonal psychology. Позвольте просто привести маленький пример того, что я полагаю может произойти с трансперсональной психологией. There's a recent book out called Handbook of Emergency Psychiatry. Недавно вышла книжка под названием «Учебник психиатрии скорой помощи». And what are some of the emergencies? И каковы те ситуации неотложной помощи, которые там описаны? Religious and spiritual confusion. Религиозно-духовная запутанность. Out of body experience. Внетелесные переживания. Shamanic experiences. Шаманский опыт. In other words, the spiritual emergencies that Stan and Christina Graf have been writing about for years. То есть, иными словами, там перечисляются все те ситуации духовного кризиса, с которыми работали, о которых писали годами Стэн и Кристина Гроф. And that David Lukoff got into the Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association. И все то, что они исследовали, пробовали и применяли, теперь попадает в список диагнозов учебника по психиатрии. But you read this book, Graf's name is not mentioned, Lukoff's name is not mentioned. Но если вы прочитаете эту книгу, там не упомянуты имена ни Дэвида Лукова, ни It's been co-opted, they've been co-opted. Oh, they were co-opted, they're mentioned in this book. I'm saying that Graf's work was co-opted and he was not given any credit for it. Okay. То есть, фактически, его материал был использован в этой книге, то есть материал Грофа, прошу прощения, но он нигде не процитирован, не упомянут. So, here comes my definition, but it's a little late in the game, but you can translate it anyway. Вот и мое определение, немножко запоздало, но в любом случае мы можем привести. Психология научного исследования поведения и опыта. Трансперсональная психология может быть определена как научное исследование поведения и опыта, в котором обычная самоидентификация индивида начинает расширяться. В английском языке слово «транс» зачастую означает выход за границы, и трансперсональные поведения и опыты могут выйти за границы обычного. Так что самоотождествление индивида захватывает другого человека, группу людей, идеологию, божественную сущность, природу с большой буквы «и» или «космос». Станислав и Кристина Гроф были пионерами попыток движения вот в этом направлении, и их концепции духовного кризиса, в создании концепции духовного кризиса и пробуждения. Мои извинения, перевод с листа. So the practical implications, and you can just read it in Russian from the book.
Следующий слайд. Практически применение этих действий и этого опыта включают в себя после того, как исчезнет тень.